Всем привет! Сегодня я буду делать видеообзор на маленькую фигурку ниндроида Хьюго Хината. Пришла она ко мне вот в такой стандартной для ниндроидов упаковке. Вот так она выглядит со всех сторон. Стандартная коробочка. Ну и, собственно говоря, сама фигурка милой Хината. Ну что ж, будем сейчас ее открывать. Как обычно, фигурка запакована в таком блистере защитном. Подставочка. Итак, в отличие от других ниндроидов, на задней стенке здесь ничего нет. Как обычно, есть небольшая инструкция на английском и японском языках. Ну и вот, собственно говоря, я уже открыла маленькая Хината ниндроид. Она очень милая. Мне она безумно нравится. И как персонаж, и она очень добрые, ну и, собственно говоря, красивые. И сейчас покажу, какие с ней есть личико сменные. Вот такое с бьякуганом. Боевое лицо, агрессивное. Так, что-то я сегодня никак не могу вытащить. Так. Это личико с бьякуганом. И застенчивое личико, когда она видит Наруто. Две сменные ручки и ее боевые. Это ее Джухо Сошикен, если я не ошибаюсь, двойной львиный кулак. Такие вот львы у нее образуются в двух руках. Одна из ее атак. Кстати, в пакете, где находится подставка и запасной шейный шарнир, еще есть вот такой пакетик со сменной ладонью, рукой и ногой. Итак, вот я установила Хината уже на подставку. Вот так она на ней стоит. Немножко, конечно, неудобно из-за волос ставить на подставку. Но, тем не менее, вот так она будет стоять. Вот я уже Хинате поменяла личико, ручки. Вот такая она смущающаяся у нас получается. Очень мне она здесь нравится. Очень она тут милая. Ну и вот ее такая поза. Поза атаки с бьякуганом. Так ты ее поставила. То есть тут ручки сменила. Так, и ножку тоже сменила. Вот так вот она стоит на подставке. Такой ниндроид у меня теперь будет в коллекции. Ну что ж, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! И вот такой маленький бонус, как они у меня будут стоять на моей полке. Вот так вот Хината смущается, увидев Наруто. Ну, теперь точно всем пока!